Всем привет! Я на канале Резник, и сегодня мы будем открывать искорку из Малитл Пони, только она девочка. Давай, вот такая красивая у нас игрушечка, и сейчас мы ее будем открывать. О, тут тапочки на каблуках, видишь, мама? Сейчас. Посмотрим, какие тапочки на каблуках. Вот такая красивая у нас. Ой, какие у нее каблуки красивые. Вот такая девочка. Мы сейчас ее будем дальше открывать. Это здесь, мама. Вот тут что-то разное. Столько резиночек. Ее прям привязали к коробке. Мам, чтоб не убежала еще. Наверное. Да. Наконец-то мы ее достали и потеряли тапочек. Давай тапочек оденем. Она, наверное, спать собирается. Вот такая вот у нас она попалась. Мама, дай. С повязочкой на головке, вот. Мама, дай. Сейчас я покажу деткам. Мама, там наверху ее еще. Вот наверху. И у нее еще есть ушки. Посмотрите, какие красивые волосики, какие красивые платьица. Наверное, она все-таки собирается спать. Да. Держи. А ножки покажи. У нее также... Посмотрите, сгинаются ножки, она может сидеть. Ручки у нее тоже сгибаются, посмотри. Вот такая у нас красивая. Посадим ее. И кого мы забыли? Кого мы еще не... Раскрыли. Это ее животного Спайка. Как его зовут? Спайк. И будем теперь доставать мама, Спайка. Мама, шотики. Ну да, она, наверное, спать собирается. И вот такой у нас еще Спайк. Вот он, шапочкой. Опа, шапочка снимается. Одеваем назад ее. Мам, я хочу снять. Я хочу ей повязочку снять. Спайк, давай посмотрим. Я хочу повязочку ей снять. Только волосы не обрезай ей. Ну я аккуратненько. Опа. Там еще одна есть. Мама, дай. Сейчас. Я хочу есть. Ты как накаркала. Мы ей обрезали волосы, нечаянно сделали стрижку. Ничего страшного, мы немножечко ей подровняли, да? Да. Держи. Ну, хоть не все. Давай. А Спайка давай посадим и посмотрим Спайка. Видишь? Мама, дай мне посадить. Спайк с шапочкой, да? Вот так. Вот. Вот такие вот у нас попались игрушечки в наборе вместе. С да? Искоркой. Искорка и Спайк. И ее Спайка. Только, друг. Да, только он в настоящем, когда Искорка Пони, он динозавр. Он динозавр? Да. И, наверное, они собираются спать, да? Да. А мы пойдем играть с ними. Да. Пока-пока! Подписывайтесь на канал наш Леди Вика, ставьте лайки. И подписывайтесь на канал Леди Вика. Пока-пока!